Азовское море, поселок Чугура, 2022 год. Немножко сегодня волна, ветер. Потом закат. Море немножко разошлось. Но волна на Азовском море очень сильно отличается от волны на Черном. Она такая более жесткая, а тут помягче. Ну и сам рельеф дна такой более покатый. Метров 100 можно от берега уйти, будет всего лишь по пояс. Такие вот виды. Парканы тянутся, говорят, если километров на 15 за мыс. Наш отель виднеется. Сейчас вот один там остался, днем уже 4-4 летал прям головами. Короче, такое опасение, как бы так не присел прямо на голову. Достаточно упругий, давит и песочек поднимая, песок летит. Немножко еще общих планов. Так, кто хочет съездить на Азовское море, кого не особенно интересует какое-то развлечение, кроме купания и пляжа, Чугур вполне достойный вариант.